Я хотів би для більш ручного користування спитати у вас дозволу перейти на російську мову, з якою мені зручніше спілкуватися. Сьогодні один із блогерів виложив інформацію про мене, яка дискредитує мене як сотрудника поліції. Я розумію. Все эти политические процессы, которые сейчас происходят в стране, хочу сказать, что выложенная информация не имеет ко мне никакого отношения. Объясню почему. Я хочу вам сказать, что я работал начальником Новоалтайского райотдела до этих всех начинающихся событий и позже, еще полтора года. Вот. С первых дней данного конфликта я оставался верным присяге и действовал в рамках украинского законодательства. За что я и весь личный состав, который вместе со мной не изменил присяги, а продолжал выполнять свои функциональные обязанности МВД ДНР, можете посмотреть, зайти на сайт, внесены в список предателей ДНР, там где я являюсь самым первым лицом. Вот. Так же самое, я хочу вам, могу показать, можете вы каждый из вас зайти в YouTube. Есть ссылка еще 16.03.2014 года, когда это все начиналось, где под названием «Украинская армия, выполняя преступный приказ, танками давит мирных жителей». Где я оказываю содействие украинской армии в освобождении этих территорий. Вот. В зоне АТО я проработал, согласно приказу АТО, год и 4 месяца. Вот. И хочу сказать, это не где-то там в глубинке, а на самой передовой. Если вы мониторите, вы знаете, что Волноваский район, вся линия разграничения проходит через Волноваский район. Это всем известная Новотроицкая, Старая Гнатьевка, Гранитная, Чермалык, Гнутова и так далее. Как вы думаете, если бы хотя бы были какие-то подозрения в тех написанных словах, я смог бы работать там этих полтора года в зоне АТО и выполнять служебные обязанности, присутствовать на всех совещаниях вместе с вооруженными силами, со всеми и так далее. Написать можно все, что угодно, чтобы дискредитировать человека. По данным фактам, уже я вам хочу сказать, что это я думаю, что это взяли из сайта ОРД. Вот, который еще в 2014 году. Эта информация, она уже неоднократно проверялась и СБУ, и всеми службами. Вот. И если были ко мне какие-то претензии, поверьте мне, я бы уже давно, как я сказал, один из сотрудников спецслужбы, говорит, если бы вы, Владимир Викторович, хотя бы перешли дорогу не в том месте, вас бы уже давно арестовали. Поэтому претензий ко мне никогда не было и не может быть, потому что эти все факты выложенные, они просто для дискредитации как меня, так и личного состава Волноваского райотдела на тот момент, который был, и так далее. Поэтому я готов ответить, я не прячусь. Когда сегодня это утром выложили в Фейсбуке, я сразу зашел к руководству и сказал, давайте соберем брифинг. Я готов ответить на любые вопросы журналистов, и не просто ответить, а с подтверждением фактов. То есть это есть видео в Ютубе, есть список врагов ДНР и тому подобное. Поэтому я готов ответить на все ваши вопросы, которые вас интересуют.